И всем привет, друзья, с вами Данила. Сегодня мы будем друг друга рассказывать страшные сны. Поехали! Так, давайте... Ну ты первый начинай. Я первый? Хорошо. Короче, когда-то раз, мы поехали в столовую, типа, ресторан мясную. Мясной ресторан. Короче. Чё ты вернулся? Потом? Чёрный. Потом. Я не знаю. Безглазый. Потом, когда-то я... Когда-то Эмма. Я потом обжёг ногу, а потом мясо всё вылезло. Потом я спал, проснулся и нету ноги. Потом я так заорал. Да мне похуй. Просто ужас. Вот. А из-за чего обжёг ногу? Я ушёл красиво. Бро, из-за чего обжёг ногу? Как тебя зовут? Гамит. Я не с тобой. Персонал Гластин. Как? Что ты нюхаешь? Короче, буду назвать Оля. Оля, расскажи мне страшный сон, который тебе снился. Это ты меня Олей назвал? Ну как тебя зовут-то? Меня зовут Надя. Ты чё, забыл? Надя? Ты чё, я тебе вчера говорила. Надя, расскажи, пожалуйста, расскажи страшный сон, который твой снился. Самое страшное, это когда я бежала, за мной бежала стая собак, и меня догнали и ели меня по кусочку. А я орала. А ты не орала? Тебе не понравилось? Ну, такое себе было. А у меня был такой страшный сон. Не знаю, что напоминал, но после него я проснулся и будто умереть хотел, взорваться. Я, получается, был в каком-то пространстве, в каком-то углу, был в темноте. Всё, я проснулся, и у меня чуть обморок не случился. Я был весь в поту. Да. Это, конечно, страшно. Страшно! Но у меня путь был учащённый очень. У меня все сны кровавые. Ты скажешь, что у тебя самый страшный сон, это когда с тобой бежал бабайка. Нет. Я... Это был шутка. Короче, мы там страшный сон, у меня бывает, короче, мы самый страшный сон, это где меня засовывают в мясорубку и включают рубильник. Ну, или мясорубку. Я уже забыл. Мне одно ничего не снится, да? То есть... Потом... И меня положили, типа, как там... Мясорубка ногой и... Ну, вы уже знаете. Мне в 10 лет снился хлеб. Мне никак не снится. Почему мясорубка снится? Я могу рассказать историю. У меня одна... Откуда ты знаешь, что мне 10? Была такая ситуация, что начался унитизм. Я, получается, взял, пошел за хлебом, поставил его себе под стол. Потом через какое-то время я нашел его у себя под столом. И еще я зачем-то ножницы собрал. Ага. Что дальше? Отрезал палец? Ну, я нашел хлеб и кинул его. Он был с плесенью уже. И это страшный сон? Это не страшный сон, это лунатизм. А, стоп. Я ходил во сне. У тебя лунатизм? Да. А хотите еще что-то рассказать? А ещё однажды у меня был очень страшный сон. Ситуация. Я только не страшный не сон, пожалуйста. Я слышал много случаев. Да, только там маньяки даже бывали. А еще мне снилось, как я был на улице, когда мне было 3 годика. Я, короче, наверное, в велосипеде трехколесном стоял, а потом направо и в пещеру попал как-то.
Кто именно? Ковбой? Что дальше? Он отошел куда-то вон туда. Что дальше? А дальше? А дальше я испугался, когда я проснулся. Это ужас. Я тебе жалуюсь, ко мне Нефр не заходит, лысый, вот ты понимаешь, ко мне Нефр. Ну это во сне мне было 3 года, а сам я не знаю, когда это было. Наверное. Ты помнишь даже 3 года? Нет, 1 год назад, наверное. Или 2 года. Ого. Реалистично. Человек не знает, сколько, сколько времени назад это было. Как это базу, он даже не смотрит мои сообщения. Вот а хотя, можно я вопрос задам подписчикам? Подписчики, вот сейчас. Игорь. Сейчас вы смотрите видео. Только не, не перематывайте рекламу. Потому что вы должны подписаться на мой канал и поставить лайк. И таких роликов будет каждый день. Да? Конечно. Обещаем, каждый день так будет. Ладно, заканчиваем рекламу. Так. Сколько мы... Сколько идет видео? А, 6 минут надо заканчивать. Короче, ребята, берите печеньки, ставьте лайк и... А может мне тоже в кадр поставить? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал! Да! Я позорю через съёмку! Ещё? Берите печеньки с молоком и всякие там вкусняшки, которые вы захотите. Потому что так будет интереснее. И, короче, ребята, приятного просмотра, приятного аппетита и всем пока!